Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Заденька. Мы приехали опять на Портен Вис, то есть 7Эх, как мы его называем. Сегодня у нас 9 число, погода отличная. Почему говорю отличная? Хоть даже и ветер 9 метров в секунду, но это хорошо. Комаров нет. Знаете, на севере очень много комаров. Это вот стопудово, как вы заходите в пули. Да, вот столько вот пчел вокруг вас. Вот у нас здесь только комаров вокруг нас. Ну вот сегодня хорошо. Приехали в пол первого дня сюда, выехали в пол двенадцатого. 10 километров мы преодолели буквально за час. Вот. Приехали на озеро, походили мы там. Поймали такого одного окушка и сходили на озере. И там еще порыбачили. Ой, на озере сходили на островок. И там порыбачили, Мариха поймала 3 щуки, я одну. Но я приехал за хариусом. Я хочу поймать хариуса. Вот. И мы сейчас вот буквально почистили рыбку и рванем на ту сторону. Дай бог, нам повезет, и мы поймаем там хариуса. А, кстати, хочу показать вам лайфхак. Это обыкновенный утеплитель, если вы видите, да? Никакого коробочка не нужно, ничего. Просто блесенки цепляем. Они никуда не денутся. Один упал все-таки. Вот. Но это редкий случай. Он прям в ведро упал. Вот. Вы можете где угодно находиться, хоть в воде, хоть, ну, серьезно говорю. Просто достали, поводку прикрепили и начинаете рыбачить. Вот. И ее сложили аккуратненько вот таким вот образом и положили в карман. Все. Никуда не денется. Сами знаете, как в коробочке. Вроде бы и хорошо, но с собой таскать нужно. А если сюда поставил, то открываешь его и начинаешь там блесна перетряхивать, они все цепляются крючок за крючок. А здесь очень хорошо и удобно. Советую. Серьезно говорю. Очень удобная вещь. Ну, а мы продолжаем рыбалку. Мы идем на ту сторону. Смотрим дальше. Пока наш уловчик такой. Ого! Первый улов, да какой красивый, большой. Хариус, красота. Санька, молодец. Здорово. Ой, какой он красавчик, большой. Круто. Природа матушка дает нам. Не дает умереть с голода. Азарта нам прибавляет. Может, хватит уже? Адреналинчика. Саша говорит, хватит. Я говорю, нет. Мы рыбачим дальше. Я только в раж вошла. Ты что? Мне нужно ловить, ловить, ловить. И нас, пока не насытюсь, всех накормлю пойманной рыбой. Ух, Саша вытащил кусочка. Красивого. Вот такой вот. Классно? Очень хороший. Очень хороший, ну очень. А я до этого еще тоже двух, но чуть поменьше. Я поймала вот такую щуку. Саша сейчас доставать будет крючок, потому что заглотила она очень глубоко. По самое не хочу. Санечка, покажи. Сколько там? Килограмма 2-3? Нет, килограмма 1,5 будет. 1,5. Ты врешь? Ну-ка, посмотри мне в глаза. Тебе хочется побольше, да? Ну, я думала, я тут гиганта поймала. А килограмм 1,5 всего. Это что это такое? Ладно, у нас еще все впереди. Ура, ура, ура. Ну что, сегодня рыбалка прошла, можно сказать, хорошо. Поймали, конечно, 3 хариуса всего лишь. Но я думаю, это ничего страшного. Щучку Мариха вытащила такую хорошую. Где-то килограммчика 1,5 будет точно там в ней. Эту щучку поймали на Утином озере. Сейчас уже собираемся, конечно, домой. Нам еще топать целый час. Всем пока.
смотрите канал Стофики, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был ваш любимый Санечка. До новых встреч!